Всем здорово, с вами игрок. Мы продолжаем играть в Тропика 3. Сука, отлично начал. Великая игра, очень хорошая, сексуальная. Я вам говорю. Сексуальной игры пока что не видел. Тут я сдался, тут можно создать свое задание. Я только узнал. Я думал, в чем заключается онлайн. Тут игроки могут создавать задания, и ты можешь создавать. Я тоже создал. Вот называется Остров Угар. Ой-ой-ой, там... Не считайте, не парите. Продолжаем. Ага, продолжится что-то с этим. Я где-то сохранялся. Главное меню. Новое задание. Финальная компания. Жадность. Занять президентское кресло непростая задача. Вам нужно свергнуть вашего близнеца с поста президента и убедить всех в том, что вы годитесь на эту должность. За последние 10 лет народ Мантарай видел десятки сменившихся президентов. Люди привыкли к коррупционированным лидерам, и этим их не напугаешь. Вам нужно только обеспечить себе отступление в виде солидной суммы на вашем швейцарском счете. Скопите 10-5. О май гад, неплохо. Мне кажется, пришло время, чтобы этот сдох, чувак, уже. Я уже готов поменять. Сделать такого. Вот чисто дона мафии. Там было же афро, не латиноамериканская. Ну такой себе дом мафии, но это будет дом мафии. Я буду звать какой-нибудь, ну естественно, какого-то Тони. Тони. Так, происхождение. Исследователь Библии. Пока вы переворачиваете Библию на все страницы, включая урду и сухари, вы случайно можете случайно написать несколько код, дающий ответ на все возможные вопросы и пояснения благословенных. Нормально. Мы возьмем это. Ну это слишком, наверное, хорошо. О, это будет прикольно. Но... Или в результате серьезного изменения имиджа других результатов. Наконец-то стали готовы передать того вещи человек из народов. Но это слишком. Следователь Библии это больше подходит. Приход к власти. Монополии на отеле. Вы требовали от правителя перемены, прибывая к корпоративу, а направляя множество. Так. Где? Восстание коммунизма. Избрание от социалистов. Вы так твердо верите. Ваш отец был президентом, как его отец, и его прадед. Угадайте, кто станет следующим президентом, только к отсутствию не разрешил вас. Внимание, сложности. Сложно на вас обязанности. Вот это вот будет пускай. Достоинство. Ученый, дипломат, финансовый гений, гений, ой. Это слишком хорошее народничество. Так, путешествие, патриотизм. Не знаю, ученый предприимчивый. Ну, естественно, предприимчивость. Вы родились в большой, но бедной семье, чтобы ее прогнать, вы открыли свое дело 15 лет, постепенно вы превратили эту прибыльную карибскую компанию. Сейчас ваше обширное познание мировой рынки дает вам особое преимущество при продаже дубляции продукции к выгодным ценам. Отлично. Дипломат. Ого. Ого. Дипломат, так уж говорить, хорошая собачка, входит за языками. В принципе, вы не можете против насилия. Вы не имеете ничего против насилия, но знаете, что переговорами хитрости можно сейчас много больше подойти, чем по слову. Ну да, это вот подойдет. Это будет какой-нибудь трус из этого. Развратник, рост, алкоголизм, паранойя, трусость, глупость, вспыльчивость. Скряга. Напыщенность.
Вас как будто кричит о вашей важности. Вы не можете на них свысока. Ваши речи исполнены высоко. Оборот, так, ну, вполне вы никак не умеете понять, почему никто не смеется нашими шутками, с национальными шутками. Стоимость указа определить. Нормально. Ха! Нормально. Подхалимство — это такое вспыльчивость. Во, вспыльчивость. Люди ужасно раздражаются, правда. Они постоянно делают эти мелкие пакости, от которых вы просто такие взрываетесь. Например, однажды вы избили до полусмерти этого парня. За то, что он щелкал тыквенные семечки и сыпал сушилку на вас свежекупленный ковер, а тот парень из вашей дворцовой охраны, издававший мерзкие звуки, отпивая кофе из чашки, давно уже в нем слуху не духу. Согласен. Что там минус военно? Это. Ну вот, Джеки это запомним. Единственный, который смог дожить до старости, типа сдох. Убедили кузен Тони. О. Мы сверли диктатора, и хотя вашему правительству удалось бежать, он больше не будет унитать наш народ, а вас народ выбрал лидером нации. Остров Мактарая — спокойное место. Политические фракции грызутся между собой, а у населения есть неприятная привычка хвататься за оружие при малейшем признаке недовольства. Осваться у руля будет непростой задачей, так что обеспечить себе путь к отступлению, скопив 75 тысяч на вашу... Угу. О, так тут уже... Уже началась работа. Так. Уже с самого начала начинаем. Тут много бабок. Нихера себе. Я бы сказал, даже очень много. Естественно, тут будут какие-то раскопки. Ой. Ладно, немного свернем. Давай. Нормально. Все отлично. Погнали. Может даже еще одну. У нас живут только шахтеры. Не особо много, но... Все, погнали. Так, что вам нужно? А? Копье недобитое. Не мешайте мне управлять страной. Мешайте. Ну что еще? Так, на острове Мадара революция обычно делает. Люди настолько к этому привыкли, что считают это национальным видом досуга. Также они преуспели в искусстве перестраивать после каждой революции. Перестраиваться от разрушенных зданий и дорог остается только булыжники, что найти материал. Что найти материал для новых зданий не стоит уже стоимость возведения зданий. Сижу. Оу. Ага. Ну и что это за... Окей. Я понял прикол, разработчики, я понял.
Так, тут же нужно еще этих дровосеков гамма никого. Вот тут чуть-чуть в двух сторонах нормально. Цепилка. Все, отлично. На работу погнали. Так, мне интересно, сколько черт по образованию. Списки. Образование. Колледж. Двое чуваков есть. Отлично. Школа. Очень много школьников. Нормально. Угу. Так. Отлично. Ты мужчины нужны. Наш ресурс был типа. А, это, типа, они на себя работают, и я бабки получаю. Так это неплохо. В принципе. Сколько у меня там уже? Впрочем, уже баксов. Баксов. Где еще шахта осталась? Тута. Нормально. Где это? Инструмент. Оп. Нормально, один чувак работает. Во, сейчас быстро займут, да, места. Угу. Так, банк, это чё? Сколько? 8 кусков. Неплохо, неплохо. Нужно будет еще школку построить. Потом университет. Пускай сначала все эти шахты построят. Вот, отлично. Вот тут уже тоже. И тут хрущобы тоже. Все-таки надо заботиться о своих этих. В очках. У них тут уже мини-город будет. Везде, походу, построили. Школку потом. Они уже тут живут, ничего. Где придется строить. Ты какого хера так далеко живешь, чувак? Нифига себе. Ну, конечно, сочувствую вам. Что вам так негде жить? Сейчас все будет. Элитную хрущеву построим. На работу все. Говно чистил. Сегодня у нас просто чудесная погода, как и обычно в нашем маленьком раю. Идеальный день для работы на фермах, в шахтах и на лесозаготовках. Дорогие граждане тропика, заканчивайте, пожалуйста, вашу вечную сиесту. Оставьте пляжи и бабы и присоединяйтесь к аль-президенту, чтобы ему не пришлось все делать в одиночку. Сейчас постараюсь, чтобы для церкви было место. Ладно.
США вообще нас не давит, да? Ничего страшного. Бывает. Ничего не бойтесь, с вами президент, и я сказал. Я сказал. Школьников тут много. Смотри, что, ой-ой-ой. Сука, женщин. Я ж могу их типа увольнять, да? А, вы не можете, да? Но я думаю... А у них 25! Я думаю, она не уйдет, когда увидит. Сколько тут получаем? Если я тут больше не поставлю, знаете. Я только поставлю. Опа. 26. Переходи к нам. Нахер тебе это. 25 платит. Тут 26. М? Давайте жду жду до сентября, ладно. До сентября. О. Что доходит, да? Да. Попались. А, пускай будет после 26 еще. Че нам? Колледж. Потом колледж поставим. Вам резко хоп. Простите, ну. Уже 4, 15 хвоя, да? 15. Такая гордая профессия. А, заняли же их места, так что. Ух, какой жесткий. Ой, какой жесткий. Угу. Туда можно пойти, у вас там дохера все. Только 3 человека. Странно. Колледж. Ну ничего, я думаю, они уйдут сразу. Вот здесь работа для колледжа. Excelencia. А, то что только мужики могут. Ага. Си. Ладно, пацанчики, я понял тоже. А, не, во, сам ушел. Красавчик. Чему сказать? Красавчик. Во, красавчик, обожаю. Так. Что там за работа? Нужна. А, банк, банк. Ну, пока они там сделают, запилка. Тоже понадобится. Так. Что больше багов получить. Потом построим, потом будем, что банки херачить. Блин, ну что там? Поработай, давайте, работа. Где они все? О май гад. Там банк. Сразу же. Сюда. Какой строительный. Президент поддержать коммунистов, поддержать капиталистов. На острове Майана находит несколько фабрик, собственно, которых является американский предприниматель Джонатан Нортон. Среди народа ширится мнение, что нам следует национализировать это предприятие, фабрики, рабочие. Самый популярный лозунг на сегодняшний собрание коммунистов. Они обвиняют мистера Нортона и капиталистов в коррупции и проникают. Если нам поддержка... ну, я думаю, типа... Это или нет? Нет, блин. Ну ладно.
Извините, конечно. Храбу им платить, конечно, жестко. Угу, полегче, полегче. 13, куда разбежался? Сейчас тут почерк даже доработать, пожалуйста. Давай. Давай ресторан сюда. Пихнем. Даже церковь тоже надо будет. Но сначала построим хрущобу, извините. Уже людей много. Вон он, где? Ого! Вообще нет людей. Жестко. Население нашего маленького острова достигло огромного размера в 100 человек! Наше общество растет с каждой минутой! Хм, пошел, робот. Мам. Пациент беспокоен. Да, я тоже беспокоен. Да ладно! Это заготовка и барак. Экстренные новости. Если вы еще не заметили, сильнейший ураган прошел через тропика, оставляя за собой след разрушения. Следующая новость. Поступили сообщения о людях с котелками дегтя и перьев в руках. Ищущих меня посетил представитель мистера Нортона и практик. Все очень спокойно, растущими слухами о национализации капиталистов поступает против таких действий. Если это произойдет, их уважение к вам снится. Владельцы производства стали более понятными и готовы предложить 5000 в обмен гарантии без поступка. А. Да ладно. Да ладно. Чего мы будем с их? Насиловать, что ли? Пускай просто 5 кусков заплатит, и все. 20 долларов сморовал, между прочим. 20 долларов. Ого, уже построили, ну в жесткие. Просто... ...58. Церковь. Вот что нужно еще построить. Рядом прям со мной, естественно. Господи, помилуй, Господи, спаси, как говорится. Почему женщины? Женщины тут же вообще не нужны почти. А ну вот, разве что здесь, подменять потом. Церковь. Только пацанчики учатся. Почему тут пацанчики не учатся? Тут уже нужен, блин, ладно. Придется заказать парочку. Медпункт. Тоже важная тема. Пункт акушерства. Тут поставим. Пункт про гинекологию. Тут поставим. Все отлично. Неплохо, неплохо. А, нет, спасибо. Ничего не бойтесь, с вами эль-президент, и я сказал. Так, лицензируй частное предприятие, поддержка коммунистов плюс 10. Так. О! Коммунисты организовали акцию протеста против мистера Нордена и капиталистов. Лидер коммунистов требует немедленных действий. Он выступил встречу перед толпой. В частности, сказал, вся недвижимость мистера Нордена должна стать достоянием народа. Протестующие решили маршировать к дворцу и требовать их частницы. Мистер Нордена. Угу. Акизи, уже 16. Камьёни добитые. Мешайте мне управлять страной. Mm.
No me interesa. Opa. Да. Вот мы строим для этого, они почему-то не хотят. Вот тут все учатся. Ну что еще? Нормально. Так. Во, посольство построим лучше. Где-нибудь тут вот. Ну что еще? Давай, одно из главных зданий. Все. Один работник. Тут три работника по-прежнему. Что так мало вообще, не знаю. Tarde. Che occorre? Куда он ушел? Ушел к врачом работать, что совсем. Ладно. Хотя ну да, в принципе, не было. Не было особого смысла. Родитель, родитель врач. Ну, согласен, лучше уже врачом работать. Этот что, сдох, что ли? Все, женщина. Добро пожаловать. Так. О, помощь-то, сэр. Оп. Так, стоять. It seems that our no good leader has requested aid corps presence on Tropico. Have we lost our dignity to such a degree that we beg for breadcrumbs instead of leading the other nations in the Caribbean? A nation of beggars and spineless automatons. That's what we are. Во, по одному везде есть. Отлично. Отлично. Тут очень мало работает. Ну ладно. Еще придется поднять до 6. Чтобы все сюда бежали. Я не буду. Печаль. Почему-то никто не хочет работать. Несколько пишет на свою правду, чтобы... Да, да, так мы уже сделаем все. Чуваки. Все делаем. Все, ходите там, все нормально. О, точно. Today's news. Democracy is knocking on the door of El Presidente as the people of Tropico are demanding elections in the upcoming year. Will this be the end of El Presidente's tyrannical regime? Let the voice of the people be heard. We shall not fail. Adelante, compañeros. Voice of truth. Oh. Не сомневаюсь, что нация великим духом. Так, давайте получить дополнительные очки за увеличение населения рода Кузантони. Нет сомнений, что наша нация велика духом, но числом мы пахаться не можем. У нас стать больше для роста и процент будет разум подумать. Ну ладно, так у меня и так до хера. 256. Окей. Вы сами напросились, как бы. Окей. Мы лицом за проходной двор. Прямо сюда, оп. Загородный домик построить.
Всем пожалуйста. Какие еще ноль? До сих пор два. Еще не... О, они выпускаются сразу тут тоже обучать. Нормально. Во, тут везде по два уже, отлично. Окей, окей. Все, отлично, все, пошло заселение. Угу. 5-7. Газету. Хм, большой уровень свободы. Однако большой. Кстати. Отлично. Эта газета как будто рождена, построена и быть тут. Надо посмотреть. Мощно. Что хочу сказать. Кокуры. По сообщению анонимного источника, эль-президенту часто звонит в Швейцарию. После чего начинает бодро мурлыкать гимн тропика. Ничего не бойтесь, это верное доказательство процветания нашей внешней политики. Конечно. 20 кусков уже. Все ради народа. Все. Все ради народа. Все. 400. Это прикольно, прикольно. Что это сделано так? Запану из защитника пришли. Да. Самый бы народ, ой, то есть что? То есть это, красавцы еще, о, давай. Просто ее оп-оп-оп, туда и сюда. Что? Как это не думаю? Месяцев еще осталось, окей. Окей. Ну, если могут же тут. Спять ничего не надо. О, изи указ, да. А, изи. Это для всех, понимаете. Ради благородной цели обеспечения свободы на острове, наш вождь издал указ, разрешающий однополые браки. Церковь осудила этот закон как безбожный. Оставайтесь топором и слушайте дальнейшие рассуждения на эту... противоречивую тему, малыши. Не-не-не. Ой. Во. Спасибо, СССР. Все. По. Не местись, окей. Да ладно, это тоже не местится. Мини туда.
Ой. Упс. Мама, пойдешь встретишь? Да ох, когда? Ну, я скажу, 6 часов. Ну, если смогу закончить. Да, смогу я или да? Сок у меня. Ну что 23. Еще? Маловато. Чего я там долго привозит? Ладно. I, Betty Boom, am sorely disappointed in you, people of Tropico. Like a flock of sheep, you have voted for the same tyrannical regime that spits on your freedoms and tramples your rights. If you were able to see beyond your noses, you could have seen past the lies of El Presidente. Open your heart to the truth and it will set you free. Ну, полегче там с угрозами своими. Так, сколько там арсенал стоит, там что вроде еще немного так и косарь. Окей, вот тут мы построим его. Офигели, а? Бастанцы. Ради людей это лучше, да? Надо нормально. Чуть сказать нормально. Так. Хоух. Сейчас думаю поднимется. Здесь когда триггеры на сайт, то точно не скажут. Все окей, все. Чего-нибудь не даете мне нормально построить? Давай, строй, давай. Так ушел. Ничего не бойтесь, с вами президент, и я сказал. Мало-мало прибавляется пока. Ну там 100% будет в конце быть 4, сколько ты сделал правильно. Environmentalists are protesting openly against the oppressive rule of El Presidente. They claim the reason is the dirty industry, but we all know it is the dirty politics of our government. I urge every honest Tropican to join them on the march to freedom. Viva la revolution! Okay. Баг будет нормально вращаться.
Больно мало. О, следующее издание. Отлично, мы еще будем вместе. Ноль вообще. A truly outrageous act against our eco-structural society has been made, brothers and sisters. The noxious fumes that help children grow, improve our farmlands, and increase the lifespan of every tropican will be reduced. I'm sure that the excess fumes will be guarded and given only to the bourgeoisie. Если вы выращивать не будете, и там, тут можете, там, тут, на всей этой горе. Нормально. Вот, 20 кусков. Пока нормально. Вот тут выращивают, ну и пускай выращивают. Что нам надо? Сегодня 12 тысяч, неплохо. Ну что еще? Так, опа. Банк быстро. Не вмещается. Ну и ладно. Вот тут вмещается. В другую сторону. В другую сторону уже не вмещается. Во, вот тут офигенно. Тут все это говно. Все насчет президента, естественно. Как по-другому. Прикольно. Еще подарить вас индустриальный бум, кажется, могла возникнуть проблема с оглавлением горячей среды. Ладно. Будет вам это свалка. Те времена, когда мы жили в настоящем раю. Эти дни миновали, ребята. Миновали и забылись. Теперь тропика покрыт плотным смогом, улицы завалены мусором, а дети играют на помойках. Загрязнение окружающей среды – проклятие цивилизации. Будет в ум поверить, хоть ученики. Вот дабки мне заработать. Еще не могу там пожить, я не понимаю.
таким же. Так, на острове еще осталось сторонники режима вашего брата. Я считаю при этом, что эти люди представляют собой угрозу национальной безопасности. Мы должны разобраться с ними быстро и без тяжелого шума. Я предлагаю приказать военных освободить до пересудно. Ну все. Пошли. Brave people of Tropico, as I speak, our revolutionary brothers and sisters are taking the fight to the oppressors, striking at the heart of this cruel regime. Help them with everything you can, and our just cause will prevail. Ну ладно, тут будет за ноль. А всем поставил. Неправда, не так нужно. Только тут вот ноль. Всем за один. When things start to stink to high heavens, you always know you're entering Tropico. Apparently, a presidente decided to build a garbage dump. I say, construct the damn thing in place of his palace. It's much more fitting. Enough with trashy politicians. Так. Сегодняшний день стал для Тропика печальным. Неописуемый поступок потряс наш остров несколько часов назад. Какой-то подлый трус попытался убить нашего великого вождя. Среди подозреваемых практически все иностранные спецслужбы, естественно, эколог, почитающий туканов, и, естественно, старый отшельник, предположительно обитающий в птичьем гнезде и молящийся в позе лотоса. Ого, а что там красненький такой кто? Ага, вот кто, а я думал. Точно, я его зачем сохранялся. Так. Я понял. Смотри, что готово. С документом сними. 81. 82, вернее. Вот и все. Иди. Так, тут. Везде ноль, вернее, поставил. Apparently, a presidente decided to build a garbage dump. I say, construct the damn thing in place of his palace. It's much more fitting. Enough with trashy politicians. Сегодняшний день стал для Тропика печальным. Неописуемый поступок потряс наш остров несколько часов назад. Какой-то подлый трус попытался убить нашего великого вождя. Среди подозреваемых практически все иностранные спецслужбы, естественно, эколог, почитающий туканов, и, естественно, старый отшельник, предположительно обитающий в птичьем гнезде и молящийся в позе лотоса. Я. Yeah. И начнем строить уже нормальные дома. Вот этот корабль приедет. Где-нибудь вот тут. Будет, возможно, после. Да. Я уже добился, типа. 98. И капиталисты 100, и коммунисты 100. Все, тише.
отлично, мы смогли. Все под предусловие. А, народы. А, ой-ой-ой. Походу отменяется. Хотя. Опа. Ой, может тут рынок построить. Да ладно. О. И нужно найти место, где будем строить дом. Во. Будем прям тут строить. Здесь двоечка будет за такую. Светит солнце, и позвольте мне сказать вам, что настал великий праздник демократии. Вчера я разговаривал с мистером Адамсом, послом от Янки. Наши отношения с американцами, кажется, развиваются хорошо. Дядюшка Сэм обещал поощрять и укреплять нашу молодую тропиканскую демократию и защищать нас от красной угрозы. Пенсионер в общем-то. Сколько ему 74, а этому 33. Люби все возрасты по городу. Ну. Сколько тут списки? Неплохо. Коль 67. Опа. Неплохо. Сколько нам еще свалок должен построить? 6000 стоит. Неплохо, я вам скажу, неплохо. Лучше банк построить на эти деньги. Угу. Но тут еще банк можно построить. О. Тут где-нибудь банк построить. Тут вот. Можно, понятно. О, тут где-нибудь можно. Нормально. Так.
Так, все здесь пошли. Я мандрову только по депутации сказал, что здесь много еще много мальчиков. В тропиках сейчас вечер пятницы, и люди гуляют и развлекаются. Самые веселые развлечения — смотреть, как сохнет краска, слушать цикад и считать звезды. Пока это бесплатно. Нужны другие хорошие развлечения. Помимо топора, естественно, самой клёвой радиопрограммы. Так. Не будем там банк строить, Тургандейл. Тут а там не так прикольно. Интересно, когда вообще на отдельном острове. Во, тут вписывается еще. Отлично. Вместим как можем. Бэнд. Ничего не бойтесь, с вами Эль-Президент, и я сказал. Ничего не бойтесь, с вами Эль-Президент, и я сказал. Воды живут. Почти 256. Так, может быть, ну что? А теперь главная новость. Недавние взрывы посеяли панику среди граждан острова. Никто не знает, где обнаружится следующая бомба. Возможно, кто-то закладывает ее вам в подвал прямо сейчас. Оставайтесь с топором! Мы взорвем ваш мозг и заставим умолять о продолжении. А. Сейчас еще есть недостаток пищи все-таки. Так, угу. С этими вообще так, блин, нужно пожрать им где-нибудь. Вот тут может выращивать. И что-нибудь другое, а не кукурузу. Им, наверное, нужно делать кукурузу, да. Ну что еще? Желаю туда идти строить. Эти жилые дома никому нахер не нужны. Угу. Жестко. Пайя. Массы. Что-то себе бананчики. Бананчики. Желательно сюда куда-нибудь сместить. Ладно, пойду сюда. Нормально. Хорошие новости для всех!
Население острова составляет более 250 человек! Я немного скучаю по тем временам, когда знал каждого по имени. Так, это гигантская игра. Теперь что? Что наше отстало общество собирается на ход собирается, конечно, можно пройти в работу на ферму, но сюда плохой вообще нет. Банановая кнопка. Не нравится вот это типа, да? Так у меня уже лесопилка есть. Для вас этого недостаточно. Вам не угодишь. Хорошие зеленые, во, отлично. Две свалки им хватает. О, не. Отлично. На похер этот гусарцы долг. Не знаю, откуда он меня берется. Может оставить, да? Одну. Плату, извините, поднимем все-таки. Все бомжи хоп выселяются, нет? Ага. Да, бомжи вроде ушли. Ставим резко 5-0. Оп. Ого! Прям моментально. Нужно просто больше работать, президент первого микрофона. Ты беспокоился все фракции листы, пускай видим, да. Соси. Так, о, на прибор 56. Из-за убийства американского президента Кеннеди саммит был отменен. Тем не менее, ваши условия наладить хорошие отношения с США принесли плоды. Американцы готовы выделить вам гарант в размере $10. Новости распределяются быстро, кусочек каждой фракции. Так. Как? Of course, he does not have the cojones to say it out loud. Instead, his lackeys, the loyalists, are the ones who publicly demand the prohibition of elections. Ну, естественно. Rally, my friend. For the end of the evil regime is at hand. 55. Так. Строй, это говно. Так, банк. Опа. Вмещается уже. Все уже стало настолько тесно, что даже банк не вмещается. Печально, печально. Прям. Проблем. Мы поставим. Тут никто не живет вообще. Во, сразу много рабочих. 300 уже. Прикольно, мне нравится. Да, естественно. Ну, война. Война.
дадим. Дорогие слушатели передачи «Топор», помните ли вы старые добрые дни, когда все было намного проще? Тогда люди делали все, что им говорили, а вот сейчас же бесплатно, получил и никто не жаловался. Сейчас же другие времена. Люди открыто выражают протест на улицах. Эль Президента говорит, что только эти выступления издал. Подстроены врагами. Лично я в это верю. Конечно, столько но у вас, блин, ртов. Но часть населения не так-то просто. Нихера себе. Извините, но я вынужден бомжи давать варить. Вообще бабок нет. Реально, у меня бабок не хватает. Еще 21. Думаю, уже хватит. На воспитанника. Все, думаю, уже хватит. Будет 380-318 человек. Осталось им всем работу найти. Потому что в списке работа. Безработные 55. Это, между прочим, нехило. О. Все. Понятно, ресурса нету. Чтоб не занимало место. Нахер. Все, мы были хорошими партнерами, но... Давайте. Продукция. Угу. Тогда так жилье. Во себя на количество жилья. Ну, это я постараюсь, пообещаю. Но не факт, что, конечно, сделал. Привет, народ Тропика! Я снова обращаюсь к тебе! Важность предстоящих выборов вынуждает меня предстать пред вами. Вот он я! Победа не за горами! Но это не значит, что можно успокоиться и, фигурально выражаясь, отсиживать яйца. Нет! Ведь наши политические недруги не дремлют! Вон они кругом! У меня меньше долг, но это все равно особо не помогает, но... Да, друзья мои. А, давайте сделаем одну. Свои проблемы, как у любой другой страны. Или сегодня не будет. Там высокий уровень безработицы. Да, есть. Ну что поделаешь, он везде есть. Но у нас есть солнце, пляж, девушки. Естественно, работать никто не хочет. Все активно расслабляются в тенечке и все. У меня есть столько подозрений, что лишь один я тружусь как раб на галерах. На благо Тропика, я всегда это говорил. Я за Тропика мать продам. Что ты говорил? Так, если вы добьетесь общей поддержки населения, всем себя, вы получите 500 очков, кузен. Ваш отец говорил мне, ты берешь служение народу, будешь править вечно, правда, все вместе спустя вас дойдет, организовал перевод в свою власть. Против все равно мудрее добиваться уважения от населения, чем надеяться. Наверное, с вашей салаткой нужны такие танки, если радио и свидетели. Ненасытных аппетитов вроде тех, какие коварные душегубы СССР питают в нашей стране. Меня душит ночью, он приходит и говорит, я СССР. Да. Чертям таких людей. Согласен. Что там? Да ладно. Мною, президенте, было приложено множество усилий и проделана поистине огромная работа, не чтобы оправдать оказанное вами доверие. И сейчас я хочу вам сказать только одно. Gracias, amigos.
ничего не может отрицать развитие тропика, произошедшего всего лишь за один срок. Я готовлю для всех вас еще более радужное будущее. И вам следует поддержать меня по-хорошему. Люди на острове больше не будут голодать, я сказал. Я планирую снабдить каждого достаточным количеством еды с наступлением, естественно, моего следующего срока. Отстрел бродячих животных однозначно станет сильным подспорьем в решении этой проблемы. Каждому ружье, свалку и пусть отстреливает. Благородно. Всех вас крепко по-партийному обнимаю. Да-да, по-партийному. А новые браки уже так разрешены. Реально много каких-то чуть-чуть. Нормально. Да, как обычно. Ну что, 65. 10 тысяч осталось. 10 кусков всего. Всего 10 кусков осталось. Сколько за все время выкопали? 4 тысячи. Ложуха, ложуха. У нас на 3 человека больше. А что делать, как армию когда-нибудь с тобой? Что, а? Как будто такое. Аман. Воу, кстати. Аман. Мин загрязнения. Ферма готова. Еще и тут. О, еще и тут ферма готова. Отлично. Дома нужно прийти. Битва за президентское кресло завершилась. Бюллетени подсчитаны и результаты известны. Наш новый президент – старый добрый Эль-Президенте! Пожелаем нашему вождю еще долгие годы стараться во благо Тропико. Так, сколько стоит... Сигар на 10 кусков, нихера. Во, 27 кусков, должно приехать. Вот туда мы и построим. О, ссать хочется вообще жизнь. Так, чем? Ага. Да, потому что
такого, а, ну потому что они сдыхают, поэтому-то и есть прикол. Но они уже втроем бегут там, у нас есть шанс их убить. Просто 5 человек наших положили, поверим, потому что они все по одному бежали. Просто как суки по одному бежали, умирали. Давайте-ка, давайте-ка тут посевы свои. Ничего не бойтесь, с вами Эль-Президент, и я сказал. Ну, понятно. Как обычно. Че это говно даже не построено. Очень много денег уходит, реально Working class heroes, we lost these elections, but I would like to congratulate you with everything we've achieved. Yes, a presidente may have stolen some votes from the ignorant masses, but the true sons and daughters of Tropico have shown this authoritarian puppet that their allegiance cannot be bought so easily. March on, comrades, march on! Victory is Majang. Close. Давай их. Мы уже троих решились. Ну вообще жесткие. Только тут идут. Тут сколько? Два человека там. И, наверное, такие все-все. Стратегия такая, да? Мар, пускай там будет минус 500 миллионов. Да, все же здесь человек от голоду. Buenas tardes. Опять, да ладно, вы чё, дуничи совсем? Сука, как вас убили, сука. Это просто лоу. Как вас убивают? Просто как? Напряженная битва за президентское кресло завершилась. Бюллетени подсчитаны и результаты известны. Ну что еще? Наш новый президент – старый добрый Эль-Президенте! Пожелаем нашему вождю еще долгие годы стараться во благо Тропико. Ну, наконец-то. Возможно, мы еще и проиграем. Возможно. Ладно, 10 понизим, раз выход. Уже 8 меньше. Меньше. То есть... У них это устраивает, это ничего. Ну нормально. Один остался. Трое бегут на одного, такие, а давай. Вот осталось. Да это хотя бы радует. Да, я уверен, что это будет наша золотая жила, давай. Поэтому
Нормально. Главное, чтобы я воровал деньги. Остальное не важно. Ну что еще? Остальное просто не имеет значения. Давай-ка. Это гам. Давай. Блин. Ладно. Мы не выйдем из меню. В смысле? Сука. Вот в чем проблема с... Ещё сколько людей пришло, жесть. Так, пускай осталось дома. Из-за всех скромных ощущений Пьера знает, что господин говорил с ними и возложил на миссию спасти заблудших детей своих, а также даровал ему возможность исцелять больных и раненых. Он показал несколько таких чудес с прошлого. С Черника и ещё... Нихера себе. Мы 8 сигарет, сигареты делаем. Лучше, да. Конечно, удалось, да. Сейчас опять минус. Уже быстрее. The working classes must receive the same wages as the privileged few. The enemies of the people will be gravely punished if this trend continues. Валик сигарную фабрику, чтобы нам столько принесло там всего, нахер. О, продукция. Сколько там-то стоит? 2000. Потом мы должны где-нибудь тут вот построить. Тут вот где-нибудь построим, чтобы она везде побыстрее разводила. Скорее всего, думаю, что в этом тоже есть причина небольшая. Что они просто не успевают разводить. А не может быть так мало. У нас столько всякого говна продается, что вообще жесть. Ничего не бойтесь, с вами эль-президент, и я сказал. Ага. Понятно. Он еще не скоро придет. Снять, нам сейчас нужно экономить. Снимается. О! Отлично. Можно и продолжить переработку. Деньги. О, еще. Или это... Во, отлично. Офис грузоперевозок. Сюда куда-нибудь. Оп. Во, тут идеальное место, а? Во. Конечно, будто кончено стоять. Что мне аж глаза будут резать. Но нормально. Как это сюда попало? А, вон, нет, сюда можно попасть нормально. Да, окей. Угу. О, удаленность. Минус 5 из казны год, поддержка духовенства. Позвольте писать, я передаю и пишу вам
по просьбе ваших благочестивых граждан, похоже, что вы игнорируете потребности верующих, возвышаете другие фракции. Я буду счастлив раз весь их опасения ежегодно прижидать церковь размером 5000. Так. В принципе, у нас все нормально по деньгам, да. Да. Все просто отлично. Сюда, быстрее, быстрее. Мне показалось, что я видел. У меня уже глюки. Нормально. Нужен офис грузоперевозок. Там слишком медленно развозит. 14 кусков, давай. Давай, давай. Да, 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 да. Да, поссать. Мы уже скоро закончим. Ну что еще? Во. Это так ухудшились, мне столько денег дают, что обоссаться. Тут. Конха. Сколько безработных, реально жесть. Сколько там? Безработная 44. Хотя бы живут где-то. This is Betty Boom, and today I'm furious. According to trustworthy sources from the palace, our treasury is empty. Все хорошо. A president should be reminded that he needs to stop wasting our tax money on buying cars and apartments for his concubines. Juanito will try to tell you otherwise, but believe me. Должны побыстрее развезти теперь. Remember, you learned it here first. Жесть. Так. Во! Наконец-то вы скопили достаточно денег, чтобы ехать из этого гадюшника. Выживание было непростой задачей. Первый президент Монтарай, по которой даже дожил до ухода в отставку. Некоторые называют вас тираном, другие поют вас Сану. Важнее всего, что вам теперь хватит денег на ту замечательную виллу в Малибу. Нихера себе, я всегда не мечтал. Presidente, you accomplished the impossible. Your mandate is over, and you are still in one piece. Several heads of state have arrived on our island to congratulate you personally for this outstanding feat. Even Betty Boom has pledged her allegiance to you, although we told her you'd end your mandate sooner if she did. Trapicans will remember you as a gentle father figure to our proud nation. Who cares about that? They're waiting for us at the fiesta. Let's party! Let's party right now. Без фанатизма ничего не без... Так, записи. Потом мы все это сделаем. Всем пока, с вами был Горука.